Всем привет, с вами Зонг, это третья миссия Home Planet. Мы продолжаем защищать нашу тренировочную станцию. Пилоты, сбываются наши худшие прогнозы. Эвакуацию приходится проводить в спешке, а долгожданное подкрепление блистает своим отсутствием. Не будет помощи, ребята. А поэтому придется нам на учебных истребителях защищать транспорты с персоналом станции и ценным оборудованием. Но ничего, справимся. Пилоты, слушай боевую задачу. Обеспечить эвакуацию персонала и имущества. Обеспечить уход транспортов к точке сбора флота Тройден. Уничтожить атакующие силы противника.
все оборудование. Дайте нам хотя бы еще 2 часа. Вам подарили? Бросайте все, берите только самое необходимое. И что? Тренажерный пункт СКТТ тоже прикажете в город? Ведь ты его демонтаж подарили. Я неясно выразился. Брать только самое необходимое. Никаких тренажеров. Только архивы, тренажерные и пригодные к использованию детали боевых кораблей. Понял, сэр. Пока что из 3 выпущенных мной ракет ни одна цель не достигла. А у них вроде стоит коэффициент поражения цели 0.6. Кстати, насчет ракет в этой игре я еще позже скажу свое мнение. Вы меня радуете, курсант? Кажется, из вас выйдет толк. Такая вот простенькая миссия. Летать, уничтожать бронко и рексов. К
Кстати, насчет Бронко. Про них можно прочитать техническая информация, Quantum Vector, Бронко. Немножко информации об этом истребителе.